Чем звище лучше, либо есть последствия, в душевном буйстве тратит свой покой. Сам признал, что не в своей тарелке, но почему не хочет думать? Быть у него не поддается, едва заходит о здоровье, речь он ускользает с хитростью безумца. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Быть или не быть. Достойно терпеть безропотно позор судьбы. Или нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить, и погибнуть, умереть. А как он принял? Как человек воспитанный. Но с некоторой долей принуждения скупился на вопрос. Но в ответ был разговорчик. А вы его не звали развлечься? Все сошлось само собой. Дорогу мы встретили актеров. Узнав об этом, он был очень рад. Во всяком случае, актёрки. И получили, кажется, приказ играть. Истинная правда. Он просит августейшую читу пожаловать к спектаклю. С наслаждением. Мне радостно узнать, что у него такая склонность. Молодые люди, и дальше поощряйте эту страсть. Пусть не хандрит. Приложим все усилия. Восстать. Вооружиться, победить. Или погибнуть, умереть, уснуть и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанна? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны. Вот ответ. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны. И видеть сны.